один против нескольких человек в ограниченном пространстве. То есть узкий коридор, практически нет маневра. Как выжить? Что сделать? Будем считать, что здесь ничего нет. Меня зажимают, мне нужно выйти. То есть атака первого человека. То есть раз, мы уходим, опять, оп, раз, сюда, оп. И мы сразу начинаем уходить туда. Итак, что важно? При любой атаке на человека, то есть мы уходим, раз, мы уходим, бьем, дальше, опять бьем, оп, встречаем, бьем. То есть мы должны быть активными. Активными. Не ждать, пока нас сломают. А активно двигаться, постоянно смещаться, потому что что происходит? Люди мешают друг другу. Итак, сразу смещаемся, бьем. Видите, я сместился, и на его удар ответил чем? Да! То есть он поклонился, и я его бью. Начинает говорить, тому помешал. Вот если, например, бьет ногой, чуть сместился, опять ударил. И вот тот третий, который налетает на меня, его встречаю и добиваю. И сам ухожу. Нужно обязательно вести активный бой, если мы будем пассивно, получится вот это. Все, они налетели и забили. Как только мы встанем в жесткую позицию, пытаемся работать на челноке или еще как-то, они трое не сомнут. Они как бульдозером проедут. Поэтому нужно другие вещи делать. То есть, если он бьет вверху, он смещается, раз, если удар, бах, нанесли. Бам, пропустили. Он будет мешаться. Или ему на встречке и самому ударит. Только решительные действия. Только заставив противников мешать друг другу, мы сможем выскочить из этой ситуации. Иначе нас сломают. Ситуация другая, мы двое, коридор узкий, плечом к плечу стать не можем, один находится за мной, то есть вот, один находится за мной. А моя основная задача, когда человек на меня нападает, передай тому, тот его встречает, самый неожиданный момент, когда так вот промахивается, и тот его встречает ударом в пах, в колено, в голову, по шее, да, не важно, дальше пошел второй, то же самое, это называется взаимодействие в группе. Взаимодействие в группе. То есть мы передаем противникам как бы с руки на руки. И что здесь самое главное? Да. В этот момент. Смотрите. Вот этот момент для него очень неожиданный. Дальше идет атака в меня. Туда его. Получая встречные шокирующие действия от меня, достаточно болезненные, второй уже их отправляет в глубокий нокаут. Поэтому мы освобождаем себе место и уходим.